Лежневская улица областного центра выходит в лидеры по числу ДТП с пострадавшими. В июне прошлого года здесь серьезно пострадали люди при столкновении автобуса и внедорожника. По аналогичному сценарию, в четверг в автомобиль «Део Нексия», пересекавший Лежневскую по улице Владимирской, врезалась пассажирская «Газель». Серьезно пострадала пассажирка легковушки. С ушибом грудной клетки ее доставили в травмпункт.